Так, ну что, всем привет! Мы сегодня решили научиться краситься. Нам помогать будет Светочка. Она даже... Особенно научиться буду я. Света у нас главный гример нового канала. Еще... Ведущий. Извините, пожалуйста, ведущий гример нового канала. И главный преподаватель школы макияжа, визажа и тому подобное. В общем, она умеет это делать, а мы с Настей еще не умеем. Вот, поэтому сегодня я буду на Насте тренироваться, делать такой, ну, как бы там, День Святого Валентина, всякие там 8 марта, праздники разные. Хочется выглядеть красиво, есть такой вот Smokey Eyes. И... ногти, ну, будто мне тоже рисовать? Нет, ногти я не буду тебе, но будем рисовать тебе красные губы, я сейчас попытаюсь тебе сделать Smokey Eyes. Угу. Ты в меня веришь? Я в тебе верю. Хорошо. Самое главное, я тебе подскажу. А что буду я рисовать? Самое главное, это мягкая такая тушевочка, да, такой цвет, переходящий на нет. Вот постарайся вот этого эффекта, главное, добиться. То есть, чтобы не было четких каких-то. Да, чтобы не было четких границ. Угу. И старайся смотреть именно по глазику. Я тебе сегодня подскажу направление, как можно смотреть. Да? А ну-ка. Как можно мы смотреть? Мы прикладываем вот так вот. От центра кисточку. Губы получается? Нет, от носа. Знаешь, как брови, да, господи, находят границы, да, начало брови, изгиб и типа кончик, да. Точно так же прикладываем кисточку. И вот ты видишь, вот граница, то есть за границу вот этого глаза не доходить. Это такой лайфхак, да, для того, чтобы не нарисовать там Smokey Eyes там на висках у себя. И сделать панду, да, чтобы не было никакого эффекта панды. Окей, я поняла. Так, начнем. Я сразу же представлю, у меня есть... Та-дам! Розовая косметичка. Это Настя Вивена косметичка. Сейчас посмотрим, что у тебя тут есть. Подстёбываешь меня, да? Значит, это очень важно, стерилизатор. Давай руки свои. Дезинфектор. Есть такое. Сейчас я быстренько покажу, что у нас тут есть. Там пудрочка, да, это пудрочка? Пудра, да. Настя, спонжик нужно было уже постирать, да. У меня дома свои спонжики. Пудрочка есть, я значит. Я уже на канале на это стала. Помада. Тут, короче, много помад. Это что? Это у нас это хайлайтер. Хайлайтер. О, Настя, у тебя есть хайлайтер. О, у меня есть хайлайтер. Ничего себе. Ничего себе вообще. Нормально, у меня нет хайлайтера. Тон, Насте, нужно. Я сейчас подберу, как я сейчас подберу ей тон. Руки трястись не будут? Слышишь, а почему по привычке? У меня не при. Ну, вот. Вот этот ей подойдет, да? А есть спонжик? Да, 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 есть спонжик. Так, ладно. Чик. Как, знаете, как правильно подбирать цвет тонального крема? Наносим вот на скуловую часть. На скуловую? Да. Да. Ничего себе. На пацанках. Куда пальцами? Спонжик. У меня чистые руки. Настюха, как раз твой цвет. Все. Я погнала. Я сейчас тебе сделаю красотку из тебя. Значит, будет у тебя Smokey Eyes. Да ну не дергайся ты, я ж тебе не... Бог ты мой. Ой, начинается. Что? Смотри, какой у тебя лоб теперь ровный. Ну, не дергайся. Сейчас мы тебе сделаем голливудский макияж. Как ее красить, скажи? Можно почухать? Нет, не надо. Да ну, Настя, закрой. Получай удовольствие. Так хорошо. Тут расслабишься, бог ты мой. Растягивает цвет. Не, ну ты не перебарщивай, слушай. Да ну помолчи, потом будешь, смотри вверх. На команду. Да, ну я не могу ее красить, она дерганая. Вверх смотри. Ты не дерганая, вверх. Ты меня понимаешь? Что, я тоже дерганая? Света просто меня красит на съемке. Поэтому я краситься не умею сама. Ну, Настя, ну ты я тебя там крашу? Да. Все, тон идеальный, перфект, very much, perfect, perfect, I like it, very much. Так, погнали сразу же тени. Тончик нужно сначала зафиксировать пудрой, обязательно. Блин, у нас есть пудра. Возьми кисточку, потому что кисточка мыть. Тончик нужно зафиксировать. Особенно верхнее веко. Закрой. И нужно обязательно распределять вот эти вот штуки, которые скатываются. То грязь скатывается. Нет, тон. Ой. Пропустила.
Закрой глаза. Все. Я гример от Бога. Так, все. А теперь я крашу. Всем тихо. Я сейчас сделаю Насте идеальный мейкап. Закрывай глаза. Уже глаза? Да. Это, по-моему, кисточка для губ. Нет. Ха. А для чего? Смотри это? Вверх. Вверх. Так, я крашу, ты второй глаз будешь мне показывать. Ну, давай. Прям плотненько наноси просто. Ай! Да не так же плотно, чтобы у меня потом татуировка осталась там. С кисточкой протыкнешь мне глаз. Ёлка. Да ну красиво. Такое ощущение, что у меня фингал под глазом. О, спасибо. Смотри, Настюха черный пришел. Закрывай. Не дергайся. Настя! Отвечаю, но я же заикой так стану. Ну я не могу ее красить, ну ребята. Ну блин, потому что ты такая сильная. Ну мне вот руки теперь трясутся. Ну смотри, вверх, вверх, вверх. О, вот это смоки у меня получился, да? Что я потом прокомментирую? Я так в себя верю. Не, я в тебя верю. Ух ты, язва. Так красиво. Вы ничего не понимаете просто. Так, вот беленького давай добавлю. Закрывай глазки. На черненьком? Нарисуй мне снеговичка там. Не дуй на кисточку. Не дуть? А чего? Да, потом ни хрена нет. Нельзя? Нет. А чего? Ну ты же можешь... Плюнуть туда? Да, а потом человеку в глаз. Да, это же Настя. Ты нормальная. Себе дома так поплевать. Но вообще лучше не плевать. Хорошо, я не буду плевать, извините. Как затирачка, да? Вот уже, вот совсем уже получше. О, слушай, так и действительно у нее глаз вверх начал смотреть, а то просто упал куда-то. Все, значит, я считаю, что... Просто мы сейчас решили сделать такую штуку, что я крашу один глаз, а Света покажет, как правильно делать смоки айс и накрасит второй глаз. Есть разница? Нет разницы. Красиво, смотрите, ну правда же, вот глазик вверх, тут затемнило, я ей снизу покрасила. Кошмар, то ты орешь с меня просто. Уголок беленьким сделала, все как полагается, видите, вот сюда смотри, Настя. Видите, все красиво. Когда у папы ксива. Так хочется ее вырубить иногда. Ну давай, теперь сейчас Света покажет, объяснит все мои ошибки и объяснит, как нужно правильно рисовать смоки. Я взяла уже черный цвет, да, и начинаю вот его вглубь. Слышишь, закрывай. Ты обезьяна. Закрывай. 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 Ну слушай, ну пока вот почти как у меня. Скажи, что я не так плохо. Не так плохо, я же говорила. Да ты дома тренилась просто. Не, ну правда, красивее, когда не пополам. Да, а вот именно уголочек, да? Внешний уголочек. Ну, у тебя и правда красивее. Давай теперь будем соединять верхний, да, глазик с, господи, с нижним. Ну вот нормально типа же. Фейс, Настя, когда ты такой кошмар. Так, давай. Так, все, красота требует, ну, Настя. Наверх. Да. Ты же, я ж тебя нормально красила, наверх.
И вот обязательно надо, смотри, просто прямо. Я вот уже... Не закрывай глаз. Не зажимаю. Да не могу, мне щекотно. И всегда, если вы вдруг переборщили с высотой, да, глазика, можно всегда подтереть ватной палочкой. Всегда еще можно закончить этот макияжик тенюшками или карандашиком, или стрелочкой. Вообще это называется ресничный ряд, когда такая тоненькая стрелочка проводится по ресничкам, по глазику. Становится глазик более выразительный. Вот я беру водичку и черные тени смешиваю, закрываем глазки. И прям тоненько, просто по ресничкам провожу. Ух ты, то есть прямо между ресничек практически? Прям на ресничках, так вот именно. Ой, слушай, класс, практически как стрелка получилась. А ну, это не как стрелочка, оно просто завершает. Мы прокрашиваем, получается, прям корень ресничек, да. Угу. За счет этого можно прям от корня тушью не красить, да. И получается такой глубокий, насыщенный цвет ресниц. Угу. Ну, после чего, конечно, мы возьмем Настину тушь. Ну-ка. Смотрим прямо. Слышишь, ты кривляка. Я. И вот наш глазик, собственно, готов. Смокиас наш. А ну-ка, давай посмотрим теперь. Настя, да, я тебя сниму. Так, это сделала Настя. А вот наш профессиональный гример. Не, ну да, Света получше. Света получше сделала. Не, ну на самом деле, давай повернемся теперь, да, на камеру. Но на самом деле, если я правильно понимаю, ну то есть, вот даже закрой глаза. У тебя начало, все, у тебя все правильно пошло, да, чуть-чуть, может быть, где-то просто от нехватки знаний, да, там, не дорисовала. Но на самом-то деле неплохое начало, и такой макияж, ну, если своими силами, то в принципе может быть. Не глаз тоже. Но лучше все-таки мягче работать. Ну, красивая Настюнька. Амбелла. Теперь самое сложное, как для меня. Мы сейчас будем красить ей красные губы. А я знаю, что она правильно начала вот с этого. Да? Да. Я тоже это знала. Закройся. Я сейчас все расскажу. У нас просто была история со Светой, когда я стояла полчаса, красила себе губы красным, потом так старалась, а потом говорю: Свет, красиво, я пошла, она говорит: так, стой, я поняла. Проще исправить. Ну, чем отправить меня в люди. Мне страшно ехать домой. Гениальные губы у меня точно. Гениальные. Сейчас я теперь... Мы так и закрасили. Смокиас лучше был. Я ухожу из этого блога. Оставлю вас двоих. Жить я намалевала, то а помаду красную? А мы можем... Давай карандашиком мы можем, в принципе, полностью закрасить все губы. И будет эффект матовой красной помады. То есть не надо даже помада? Не надо. Такой лайфхак тоже. Если у вас нет красной матовой помады, можно всегда ее... А сейчас матовая карандаш... модно, да? Да. Вообще, начинаем всегда... Когда я вижу, у меня автоматически смех появляется. Начинаем всегда с половинки, да? То есть начинаем рисовать... Кошман. Я все вижу, падла, в зеркало вижу. Ну, я смотрю. Первый бантик. Карандашик нужно вести гладенько, почти не отрывая от губ. Тогда получается такая, как скользить. Да, тогда получается ровненькая. А я думала, это как в разукрашке, главное за края не вылезать. Нет, нужно придавать красивую форму, да, губкам. Всегда можно корректировать. Аккуратненько, не шевели же. У меня просто губа к десне прилипла. Расслабь. Отлично. Я просто не могу понять, а я ей ниже чуть нарисовала, это почему так? Ну я, получается, чуть-чуть вышла, буквально там доли миллиметров, да, там сотые вернее. А, чуть вышла, да, и как бы придала объем губкам, да.
То есть, грубо говоря, ну, чуть-чуть вид, что у нее больше губы. Да, такой маленький секретик. Секрет. Давай. Ну вот верхняя у нас готова. Всегда нужно начинать с верхней, да? Нижняя у меня какая-то кривая, да? А вот нижняя кривая. Секрет, да? Нужно попросить человека вот так вот улыбнуться. Улыбнись. И вот скользить карандашиком прям по контуру. Вот выровнять можно контур всегда. Ну и, конечно же, расскажу секретик, да, что можно всегда подправить. То есть, если вылезла, то как ее вытирать? Лучше не руками, не руками, ваткой, ни ватной палочкой, ничего. А берем кисточку плоскую и тональный крем. Либо консилер, либо корректор, консилер. Консилер. Бро-консилер. Так, расслабляем губки и начинаем вот в уголочках во внешних. Улыбнись. И все, наши идеальные красные губы, матовые, готовы. Классно, мне нравится. А ну, давай посмотрим в зеркало. О, было. Шикарненько. Сикально! Настя, тебе нравится? Ну что? А какой глаз тебе больше нравится? Конечно же, твой. Глаз больше нравится. Почему мне никто не дал закончить мою фразу? Все, тогда что? Мы смотрим. Можете посмотреть на наш результат. Я даю камеру. Вот результат. И еще раз покажем. Значит, вот так вот сделала, считайте. Нет, не так. Да, ну смотри туда. Одну брючную давай. Это я. Губы не считаются. Так, слышишь? А это наша Светочка красила. Видно так? Все, супер. Краситесь красиво, будьте гарными. Будьте красивыми. Снято. Да. И пишите, что там у вас не получается макияжа. О, не пишите. Я скажу, что у вас.